Перевод принадлежит фансаб-группе Reversed Eight. Ссылка в описании. Озвучка Эйтини Стрежа. Вантиз. Специальный алкотур. Поднимем ваши бокалы. Вся корейская выпивка. Чолла Дой Кён Сандо. Набрал массу. Эйтис, да? Становитесь моими союзниками. Давайте. А теперь корабль готов отплывать. Безопасность превыше всего. Если вы посмотрите налево, увидите чаек. Чайки! Чайки! Эй, оставь птицу в покое! Погодь, погодь, погодь! Рот открой! Уставился. Ну что? Через 700 метров остров Чеджу. Уже? У корабля что, 12 турбодвигателей? А теперь, Эйтис, уже приехали? Подождите. Прошу прощения, вы даже переоделись и все такое. Мне кажется, вы заслуживаете больше экранного времени. Или, может, хотите спеть песню? Я знаю мало песен. Спойте! Спойте! Ну, если только немного. А теперь капитан в эфире. Итак, призрак оперы. Слов нет. Браво! Так проникся. Капитан! Чонхо оперы. Всех разорвал. Тронуты до глубины души. Дали мне шанс засиять. Вы такие хорошие. Обратно к своим обязанностям. Итак? Что вы сказали? Мы прибыли в Чеджу. Так что, наслаждайтесь путешествием. Спасибо. А я пошел. Аккуратнее там. Эй, это станет главным блюдом вечера. Микс из сашими и свинины на пару. Свинина, свинина. Сейчас мы под палящим солнцем. Ого, гляньте на эту свинину. Вот это я понимаю мясо. А есть острый соус? Эй, зачем ты столько всего просишь, когда пришел пить? Просто ешь, что дают. Но соус-то есть. Плывут по течению. Эй, полить или будем макать? Конечно, макать. Кто поливает сашими? Кто так ест сашими? Я всего лишь спросил. Хотите сыграть в царство животных? Хотите сыграть в царство животных? Царство животных. Царство животных. Начинает Чхве-сан. Я носорог. Я гиббон. Я кракен. Я бегемот. Я акула. Я кенгуру. Я муравьед. Я горилла. Царство животных начинает муравьед. Ты не помнишь, да? Акуленок. Что? Это ты! Очередь Ханджун Хёна. Пей до дна, пей до дна. Посмотрите на мои плечи. Вывернутые. Царство хаоса. Меня тоже покажите. А ведь точно, вот это было. Мне скучно. Давайте начнем с бегемота. Царство животных начинает бегемот. Увеличивай темп, увеличивай темп. Кенгуру выглядит отчаявшимся. Что было у Юсана? Он не помнит, не помнит. Сбит с толку. Он не помнит. Уйон, что там было у тебя? Кем был ты, Уйон? Уйон, говори. У носорога проблемы. Что было у Уйона? Быстрее, быстрее, быстрее. Отлично. Хорошо. Зачем ты так делаешь? Конгуру опять попался. Пей до дна, пей до дна. Брудершафт, брудершафт. Давай вместе выпьем. Это шот любви.
Может, еще сыграем веселую игру? Окей. Хорошо. Минги начинает. Берегите ваши уши. Сейчас заплачет. Давай пей. Ты меня напугал. Эй, осторожнее со словами. Залпом. Хватит. Размяк. Чем дальше, тем хуже чхве-сану. Эй, сан сейчас заплачет. Быстро, несите мне выпивку. Наливай. Наливай, сперва налей. Разнесли всех. Люблю алкоголь. Довольный. Залпом. Весело получилось. Очень весело. Довольный. Может, поменяемся? Здесь сидеть просто невыносимо. Очень смешно. Перемешались. Начнем с меня? Смотрит. Эти двое очень... Жульничество? Это жульничество. Это же жульничество. Нельзя тянуть. Снова-снова. Я начну. Хорошо? Застенчиво. Милашки. Голова заболела. Лицо сейчас поплывет. Столкновение. Вы задели друг друга? Не дотронулись. Они поцеловались. Не дотронулись. А если поцеловались? Эй, что с того? Мы можем дотронуться. Эй, теперь пошли домой. Эй, мы же только начали. Дайте тогда сходить до туалета. Подождите. У нас есть закадровая история. Минги же танцевал в больнице, да? Он ничего не помнит. Правда? Вообще ничего не помнит. А я только помню, как говорил с Саном. В тот раз я записывал финальные кадры, будучи полностью в сознании. Но я тоже этого не помню. Уйон, садись. Ребят, помните первый эпизод «One Piece» про здоровье? Эйтини? Хотели увидеть реакцию Эйтис. Честно? Закадровые истории. Хорошо. Эпизод 10. У вас особенное тело. Чего? Что? Судя по реакции, некоторые участники не смотрели. Ты не смотрел? Правда? Смотрел. Он точно не видел. Ты не смотрел? Мне стыдно смотреть. А, серьезно? Претензий нет. Ты смотрел или нет? Смотрел. Не смотрел он. Почему не смотрел? Сказал же, что смотрел. И что там показывали? Нашу эндоскопию. Да просто смотри. Смотри. Давайте все смотреть. Смотрел я. Игла такая огромная. Как она может быть такой огромной? Ты хотел сказать, что весь шприц такой огромный? Шприц вот такой огромный. Такое возможно? Будь игла такой огромной. Пришло время укола. Нет, кровь и правда так забирали? Следи за словами. Чонхоя, что? Чонхоя, ну что? Проснулся? Он слюни пускал? Эй, Чонхо, перед тобой там океан разлился. Неловко. В тот раз специально... Для эндоскопии я мог странно себя вести, потому что не спал до этого ночь, чтобы потом я мог просто поспать. Эй, погоди, теперь я могу об этом говорить. Когда мы узнали об эндоскопии, когда нам дали сценарий, это реально не была шутка, особенно касается его. Было типа, зачем мы это делаем? Было такое или не было? Да нет, не так там было. Ничего себе. Эй, ты же сам так себя вел. Я-то? Ага. Когда я это сказал в машине, если все пройдет хорошо, это станет новым началом. Но он сказал, эй, но все же, эндоскопия, он сказал, я не могу себя контролировать, и начал ныть. Но когда видео вышло, ему оно больше всех понравилось. Признай это, да нет, не так было. Речь идет не о том, что я могу себя контролировать, находясь в здравом состоянии. Я сказал, что будет опасно, отключился. Вдруг я скажу что-нибудь странное, и вы все согласились с этим, и вы все сказали, правда? Это правда, но я сказал, что это будет хорошей идеей. Так, один, два, три. Ну, другого варианта не было. Говорят, в драках дети растут. Обратно к видео. Стоп. Хватит, стоп. Эй, стоп, подождите. Когда ты перестанешь тормозить просмотр? Мы так никогда не досмотрим. Ладно, простите. Почему мне никто не отвечает?
Я сейчас немного не в себе. Он такой же, как и сейчас. Глядите, прям один в один. Ты тут такой же, как и пьяный. Я не употребляю алкоголь, но я пьян. Выглядишь не так уж плохо. Его палец бьет в чечетку. Ты кто такой? Эй. Но... Эй, стоп! Остановите! Погодите! Стоп! Но кто-то сказал, что эта сцена была очень сексуальной. Эй, дай мне сказать. Просто... Я правду говорю. Просто я... Мне без остановки говорили, что это было секси. Эй, может, ты еще с нами поговоришь? Ладно, понял я. Дай всем сказать. Ладно. Что я могу сказать об этой ситуации? Когда у Йон Хён говорил, ты кто? Эй. Я слышал его. Знаю я. Правда? Да. Вау, злодей появился. Злодей. Он не злодей. Он главный герой. Главный герой сражается. Почему ты меня не слушал? Во-во, сейчас будет лучшая сцена. Я таким же был. Еще хуже? Время для смущения. Сейчас будет. Я сразу же очнулся. В итоге все это, чтобы доказать нам. Перед тем, как отключиться, я сказал... Я сразу же очнулся. Идеальное произношение. Помогите. Я сказал это перед тем, как отключиться. Я хотел доказать участникам. Ты прям очень круто доказал. Неловко. Этого было достаточно. Может, здесь и остановимся? Уже все? Эй! Что значит здесь и остановимся? У нас еще осталась еда. Давайте снимать до 8. Пей. Шот дурака. Один из нас уже отрубился. Нокаут. Фотобудка. Заходим? Кто хочет первым? Давай со мной. Сердечко. Эй, мы парами снимаемся. Да кто сказал? Сан Хвахён напился. А теперь сделаем ви. Ви. Цветочек. Смотрим вниз. Все, закончили? Вы уже все? Осталось только напечатать. Пожалуйста, подожди снаружи. Ой, Хён, неправда. Хаос. Дождись своей очереди. Дяденька, подожди, пока они закончат. Не кусайся. Иди отсюда. Давайте теперь пофоткаемся. Буду в центре. Я между старшенькими Хёнами. Ладно. Собрались. Голова к голове. Какая последняя? Модники. Эй, сваливайте, давайте. Давайте. Фотки, вылезайте быстрее. Давай мне фотки. А, не хочу. А с кем буду я? Сан, заходи. А с кем я? Сюда влезет трое. Как раз место для троих. Сердечки. Мила. Готово. Хламину. Когда Хан Джун Хён был трейни... Нет, надо поднять голову. Он делал вот так. Это был момент, где мы могли показать свои эмоции. Все вели себя вот так. Но Хан Джун был один так себя вел. Вроде всех этих движений. Тима из тех времен. Тогда играла песня Айкон Сонбы Нимов и Полоджи. Привет, Эйсини. Не заболей. Надо быть осторожнее. Очень сильно. Надо поспать. Чокнемся. Давайте сделаем Wi-Fi.
И что? Люблю вас. Такие песни и надо петь, когда пьяный. Что будешь вставлять? Я буду ходить бумагой. КНБ. Дурачина. Бах. Что будешь выставлять? Я камень. Я тоже поставлю камень. КНБ. Слишком честный. Что будешь выставлять? Камень. А ты? Бумагу. КНБ. Старайся лучше. Выставлю ножницы. Я серьезно. Не поменяю, честное слово. КНБ. Ничего не чувствую. Эй, ну, я не чувствую алкоголя. Хан Джун Хён просто уморителен. Пожалуйста, скажите нам точно сейчас. Мы можем просто потерять голову, или как? Говорят, что все отредактируют. Гуляем. Выпьем? Что с ним сегодня такое? Пьяный Тис. Перестань. Живи, пожалуйста. Что этот Хён надумал? Чего ты туда лезешь? Что ты творишь? Домой хочу. Нет. Не-не, кто хочет шоколадного молока? Ты став, что ли? Что ты там делаешь? Кто хочет молока? Боже, сколько можно пить?